Уважаемые друзья, пушечное мясо. Указ о частичной мобилизации подписан. Ее главная цель – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. Россия должна быть всеми средствами разгромлена с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа, политика запугивания, террор, насилие и ядерный шантаж убивают людей, пытают, бросают в тюрьму, сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России.